Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Battle Chasers. И в данный момент мы идем на босса. Первый босс первого подземелья. Ну что ж, поехали. Живей! Есть! Ой-ой! Беги! Да чей это босс? Ясное дело! Трусы. Это что? Плохие новости. Готовься. Ну и кто нас здесь ожидает? К бою. Пути назад нет. Клинка-демон. Вперед. 465 хп. Могучий... Чего? Могучие приемы. Атаки, лечение и получение урона увеличивают полоску могучих приемов. Когда полоска заполнится, кто-то из персонажей сможет воспользоваться ею, чтобы использовать один из своих уникальных могучих приемов. Вот оно как. Значит, нам дали могучие приемы. Вот они. Ну, давайте быстренько глянем. Рики крови. Это у Гаррисона. Наносит 97 так урона и вызывает кровотечение. Понятно. Ну, давайте мы, наверное, сделаем с вами... Да, воинский клинок, я думаю, здесь будет в самый раз. Так, что у тебя? Осколки. Закрытый удар. Отлично. Ну и ты, естественно, удар подбит. Ого, довольно неплохо, но слабенько. Ага, неплохо Гаррисон ударил, мне понравилось. Довольно хороший такой урон. Так, способности, натиск. Что у тебя за заботы? Восстанавливает каждому члену группы 40 ОЗ и снимает по 2 негативных воздействия с каждого. Давай-ка применим. Как раз у нас там кровотечение. Ну что ж, довольно неплохо. Жалкое зрелище. Давай, наверное, мы с тобой повторим закрытый удар. Хотя можно сейчас лучше сделать. Проклятие какое-то повесил на всех, а? Ну что же. Давайте тогда, наверное, воинский. Так, подожди-ка. Я начинаю сердиться. Ну, и калибретто у нас, наверное, сделает все-таки... Сила земли. Наносит 3-4 единицы урона и накладывает на цель ауру земли. Ну и он восстанавливает себе ХП при ударе. Это тебе. На. Так, родная моя Галли, что будем делать? Давай я сколку. Получи по роже. И осталось-то у него всего ничего, 85 ХП. 51. Оу, надо же, он что-то тут замутил. Тоже какой-то супер прием делает. Ого, ого. Ну, мы выжили, мы устояли. И пора его добивать. Удар под дых. Давай, калибрета. Готов, парень. Все, клинка-демон. Хана тебе. И мы... Нет. Не получаем мы 8 уровень. Добыча, палаш и артефакт. Клинок, который они вытащили из этой дряни, был артефактным. Это не просто бандитские шалости. Тот, которому удалось сбежать, обронил этот символ. Видел такое раньше когда-нибудь? Нет, никогда. Похоже, пора нанести новый визит Бороде. Похоже на то. Ну что же, я так понимаю, нам нужно возвращаться в деревушку. Старый ржавый клинок. А чтобы выбраться отсюда, есть какой-нибудь короткий путь? Или нам придется все заново пробегать?
Бретта, ну как же ты медленно бежишь? А ну-ка, давайте вот здесь попробуем. Покинуть подземелье? Ну, конечно же, покинуть, елки-палки. Иногда ночевка в трактире сопровождается небольшими диалогами между героями. Да, я уже это заметил. Железная застава. Все, покидаем. И у нас доступен теперь легендарный режим для этого подземелья. Слушайте, я пока не буду рисковать. Может быть, потом как-нибудь попозже мы с вами попробуем, что это за легендарное. Ну, в данный момент у нас паучки, и это будет просто, как сказала Галли. Ведь она траванули. И Гаррисона тоже отравили, а? Ну, тут урон никчемный, так что можно сильно не волноваться. Я, если честно, даже не понимаю, мы с вами 7 уровня, а не 3-го. Мы должны просто пробегать мимо них. Или в данном случае они должны от нас просто утекать. Но нет же, все-таки лезут на рожон. Как всегда. Как всегда, победа за нами. Вот она, что хотел сказать. Это что у нас такое тут? Не будем мы сюда пока идти. Так, тут слизнюк. А это кто у нас впереди? Бандит. Ладно. Давайте тогда мы с вами пройдем поверху. Вроде бы как безопасно. Слушайте, я не помню, мы заходили сюда с вами, а? Давайте зайдем на всякий случай, проверим еще разок. Думаю, хуже от этого не будет никому. Заброшенная станция. Это исследуемая зона у нас. Здесь, я помню, мы с вами били боксера-бандита. Оу, слизнячок. Отлично. Разом минуса маленько. Какого 3-го уровня? Правильно говорит Гаррисон. Просто убегайте, но они не хотят. Ладно, они за это поплатятся. Давай, Галли. Оу. Ну и Калибретто ударом под дых, наверное, добьет. Нет, к сожалению, только Гаррисон у меня бьет с этого удара. А эти немножко слабоваты. Хорошо. Давай, Галли, добиваем. Так, ну это только один слизнюк, а там, если не ошибаюсь, было 2. Можно даже порыбачить маленько. Так. Старый ржавый клинок. Вообще какое-то все, если честно говоря, слабенькое. Для меня просто не подходит это. И артефакт. Печалька какая-то. Можно даже порыбачить маленько. Ну, а почему бы и нет? Забросить удочку. Давай куда-нибудь сюда, вот, посерединочке. Оп. Отлично. Давай. Кто-нибудь должен клюнуть обязательно. Клюет. Тащим, ребята. Отличный улов. Копьица. Самая распространенная рыба. Тысячи их. Тем не менее, можно разглядеть на то, как чешуйки безошибочно стыкуются друг с другом, образовывая неповторимый рисунок. Копьица. 6,9 фунтов. Новый рекорд. Ну, давай-ка вот сюда тогда забросим еще. Не перебор ли? Ай, по-моему, чуть-чуть переборщил. Хотя, может быть, кто-нибудь доплывет. Ну, давай, родная, ну клюй. Ну ведь совсем же рядом проплываешь. Ни шиша. Давайте чуть-чуть вот так вот попробуем. Опять мимо. Давай, Ситрина, ловись. Есть. Тащим. Отличный улов. Кто у нас здесь? Опять копьица. Слушайте, 2 небольших кусочка рыбы мы получаем за нее. Давай, ловись. Отлично. Тянем. Ох, как дергается-то. Вы посмотрите, прочность лески у меня уменьшается просто на глазах. Отличный улов и... Шнырок. Неудачный ранний прототип морского робота-шпиона. Средние куски рыбы. Шнырок. Мне нравится название. Давай, плыви. Ну, отлично. Какой-то, видимо, краб или черепаха какая-то. Ну, что-то из этого. Давай. Ну, что ты... Отлично, лов. Морская черепаха. Неагрессивная черепаха, обитающая в окрестностях острова. Опять же, 2 средних кусочка мы получили. Ну что, попробуем, наверное, еще разок порыбачить. Если нет, так нет.
Тут осталось всего три рыбы. И то, я так понимаю, два из них краба. Ну и там, наверное, шнырок был. Ух, да, занятное, конечно, времяпровождение. Что здесь у нас? Замшелый осколок артефакта. Какой странный кусок металла. Это осколок артефакта. Его присутствие само по себе плохой знак. Мне показалось, ли Борода что-то говорил про артефакт на железной заставе. Угу. Говорил, ситуация все хуже и хуже. Тот бандит, он не это ищет? Возможно, но он теперь заинтересует только коллекционера, надеюсь. Вернемся-ка на дорогу. Ага, значит, сюда мы шли только лишь для того, чтобы забрать кусок артефакта. Жаль, конечно, я думал, что мы здесь изрядно повоюем. Хорошо, пойдемте возвращаться на дорогу. Нам нужно быстренько добежать до деревушки, поговорить с кузнецом, послушать, что он нам ответит, ну и продолжать наше путешествие по этому острову. Так, каждая единица выносливости дает 5 единиц здоровья. Не очень-то много, но тем не менее. И у нас впереди лежат бесхозные ресурсы. Руда, кристалл, кремень. Так, это у нас что тут? Ага, танчик опять. Не заставляйте меня получать от этого удовольствие. Просто половину хп мы сразу с него снесли. Разящий кулак. Ну и калибретто ударом под дых, я думаю, завершили этот бой. Да, очень хорошо. Взорвался. Это была почти честная битва. Да не почти, а честная и была. И мы с вами продолжаем. Судя по полоске опыта, мы с вами получили уровень. Давайте посмотрим, что у нас тут. 3 очка есть, да? Их можно потратить. Ну, в данный момент мы можем изучить только лишь крепкое здоровье или проворность первого ранга. На больше нам не хватает, к сожалению. Это у Гаррисона, да? Бодрящий удар. Добавляет 20% больше проворности. 30% вместо 10%. Выносливость на 2,1%. Ну что же, я думаю, довольно неплохая прибавочка здесь будет. Здесь всего 2 очка. И можно их на осторожный боец, который дает уклонение, и на броня первого ранга. И остался у нас с вами калибретто. У него тоже 3 очка. Мы можем потратить только на силу лечения и на проворность. Превентивное исцеление. 22 УЗ на 3 года. Ладно, увеличивает силу лечения на 2,1%. Пускай будет так. Способностей новых нету. Боевых способностей новых тоже нет. Все у нас по-старому. У Гаррисона будет следующий, короче, следующая способность на 9 уровне. А действие у нас следующее откроется только лишь на 15 уровне. У Гали тоже ничего хорошего мы не видим. И у калибретто только лишь вот забота. Восстанавливает каждому члену ОЗ и снимает 2 негативных эффекта. Ну, а мы с вами уже и добежали до деревушки. И да, кузнец нас ждет. Сами видите, желтый восклицательный знак. Хорош придуряться. Нет у нас 1000 золотых, поэтому улучшить не можем. Вернулись. Счастье-то какое! Убежавший бандит обронил этот символ. Он вам знаком? Это с железной заставы. Символ не военный. Мне он ничего не говорит, а вот Квалу может. Он странный, конечно. Но если кто что и знает, так это он. Пока что он не очень рвался с нами разговаривать. Есть такое. Но теперь у вас появилась интересная тема для разговора. Это правда. Конечно, что же может случиться? А? Хорошо, давай посмотрим. Товары твои. Наручи, палаш, пушка, дипломатия. Дипломатия. Так, палаш, фигня. А по броникам что у тебя? Каменная броня. О, усиленная кожаная куртка. 284, вот это вот можно взять.
Давайте-ка купим. Это у нас для Гали. Ну, а остальное все слабенькое. Огромной силы, касание природы. О, а вот это вот надо обязательно купить нам. Только вот чтобы выбрать. Базовый курс. Тут тоже базовый курс. Переработка только для чайников. Так, давайте купим. Производство доспехов. А тут для чайников. И все. Больше у нас денежек нету. Ладно, в любом случае нам придется с вами нужно? Это изучить. Так, продать. Нокаут. Броня. Вот это вот можно продать смело. Так, это у нас сейчас в данный момент одето. Очень много колец. Причем, я так понимаю, ненужных нам. А вот с зельями у нас, конечно, немножко слабовато все выходит. Зато очень много всяких минералов. Так, пушки, циклон. Палаш. Так, отлично. Тоже продаем. Нокаут. Я не знаю, надо оставить, наверное. Он все-таки поджигает. И... хотя мы его не использовали ни разу. Ну, пускай полежит. Ну и все, по ходу дела. Вы мне работать мешаете. Давайте-ка мы... Нет, это все не то. Ну, базовый курс на доспехи. Ну, давайте на доспехи. Все. Теперь уже точно у меня Заходите. Не хватит денег ни на что. Ну, вот и все. И у нас здесь коллекционер ожидает. Давайте вначале мы с вами... О, сундук у меня здесь есть. Руда, зелье, силы, обрывки шкур, куртка дозорного. Понятно, короче. Слабенькая куртяшка. Колечки тоже не ахти. Жаль, конечно. Внизу у нас ничего нету. Давайте тогда, наверное, с вами... Вот, вот эту курточку оденем на Гали. Колечки. Можно, в принципе, одеть, да? Или они просто на равных, я даже не пойму. В любом случае, надо изучать нам с вами книги. Так, лавка... А, алхимик. Алхимик. Ну, давай поговорим. О, приветствую. Не принесли ли вы мне чего интересного? У железной заставы мы видели, как бандиты вынули меч из старого доспеха. Доспех тут же ожил и едва нас не прибил. А, да. Этот артефакт может творить чудеса, особенно с другими артефактами. В смысле, с другими артефактами? Вам пришлось сразиться отнюдь не с обычным доспехом. Это был древний артефакт. Некогда он служил полководцу, носившему на себе проклятие самого Веруса. Что за Верус? Ну, заурядный архимаг, которому в голову ударили имперские амбиции. Да еще могущество кровавого демона в придачу. Он давным-давно помер. Ну, как минимум, пропал. Так, можно сначала и поподробнее? Я же не историк. Если очень интересно, изучите вопрос сами. Ладно, но вот бандиты, они могут знать, где наши пропавшие друзья. А теперь у них еще и артефакт. Где нам их искать? Если ваши друзья попались им, то они будут в Хламограде. А это где? А это на восток. Почти прямиком на восток. Есть только... небольшая проблемка. Помимо того, что наши друзья пропали, а у меня заканчивается терпение... Единственную дорогу на восток перекрывает бандитская пушка. Вам там не пройти.
Если вдруг соберетесь, то я потом схожу и соберу все, что от вас останется. Предупреждаю, я с трудом держу себя в руках. Ладно, ладно. Есть один способ. Если, конечно, у вас получится снова запустить нуль-станцию. Это телепорт какой-то? Точно так. Может закинуть вас в сухоземье. Малоприятное местечко. Так вы сможете подобраться к пушке с юга и зайти ей в тыл. А как с пушкой разберетесь, путь в Хламоград будет открыт. Нуль-станция это, как ее починить? Если идти по восточной дороге, то чуть севернее пушки будет пещера Банок. В этой пещере есть манно-ядро. Борода божился, что починил бы нуль-станцию, если бы нашелся ненормальный, который сходил бы за ядром. У вас вид не очень нормальный, надо сказать. Так что сходите и принесите ему это ядро. Может, он от скуки даже займется станцией, и вы в мгновение ока окажетесь в сухоземье. Так, мы... Так, этот разговор меня больше не интересует. А вот ваш интерес к алхимии пока да. Наш что? Ну, к алхимии же! Зачем еще вам было таскаться на железную заставу, если не за алхимическими ингредиентами? Но наши друзья... Мой алхимический стол всегда в вашем распоряжении. Только убирайте за собой, если разведете бардак, а вы его разведете. Всего хорошего! Вы куда собрались? Покажите символ Квалу. Это у нас пройдено. Найдите манное ядро в пещере к востоку от города. Значит, нам нужно направляться к востоку от города в пещеру. Что-нибудь понравилось? Давай-ка мы, наверное, приготовим зелье. Можно что-нибудь сделать у тебя или нет? Слабое зелье исцеления. Малое зелье очищения и малое зелье манны. Зелье закройте силы. Закройте дверь! Улучшить не можем. Так, а это у него на продажу, значит. А, ребята, я ничего купить не могу. У меня всего 72 золотых. Что я тут сделаю? Ну, слабое зелье всеобщего исцеления. Алхимия и медицина. Книжки-то, кстати, закройте у него тоже дверь. Здесь продаются. Да, и продать-то, по-моему, нечего. А вот это вот можно, в принципе, продать. Куртку дозорного. И куртку дозорного Леснодолья. Здесь у нас что? По колечкам. Все продаем. Почти. Ладно. 122 у нас золотых. Так, а здесь-то что можно продать? Бутылки, костяшки. Ну, заходите, раз пришли. Давай, показывай мне свои товары. Книга. Ну, 100 золотых. Алхимия, медицина. Продвинутых зелий, в том числе воскрешение и всеобщего исцеления, а также масел, повышающих боевую эффективность. Да, довольно неплохо, надо брать. Ну, заходи. Да все, больше ты мне не нужен здесь. Заходите тебе тут. Так, давайте-ка выучим книги. Подожди, применить. Я думаю, что это без разницы, на кого применяешь. Зелье оздоровления, малое зелье воскрешения. Так, боевое одеяние, плащ офицера. Ну, подожди, вот так вот, да елки-палки. Ага, ударные перчатки, вентилируемая пушка, механопосох. И последняя книга у нас остается. Отрез шелкостали, плотный слиток, в общем, усиленная толстая кожа и глубинная сталь. Что у нас здесь, у охотницы? Бестиарий. Вижу, вам удалось вернуться живыми от железной заставы. Как я и надеялась, вы оказались достаточно способными. Плоды вашей охоты не должны пропадать даром. Из материалов, доставшихся вам от разных зверей, вы можете создавать различные предметы. Ну, это понятно. Я сама тоже охочусь. У меня в лавке можно увидеть, что мне удалось за день добыть. Возможно, что-то из моих находок пригодится и вам. Солнце на клинке. Подозреваю, я здесь не зря теряю время. Так, у нас можно охота, тренироваться.
Охота. Испытание огнем. Попробуйте-ка вот это. В Сухоземье есть пещера, и ее найти непросто. Там жарче, чем в пламени демонов. Трудно провести там больше пару минут. В пещере был заперт могущественный дух огня, но его окобы слабеют. И если вам удастся его призвать, то вы застанете его врасплох. Так справиться с ним будет гораздо проще. И у него награды. Осколок Повелителя Огня. Дополнительный урон. Так, и мы получаем 10 тень монет. 300 золотых. Нужен 10 уровень для этого. Ну, интересно, а я могу согласиться на него? Наверное, пока нет. В общем, нужно принести осколок Повелителя Огня. Этой Рахе. Приветствую, воители. Отренироваться. Ну что, искатели приключений, ваша сила растет. Ваш потенциал не раскрыт в полной мере. Серьезно? Я думаю, мы бы заметили. Считайте это инстинктом. Оу, как быстро промотал я. Сосредоточьтесь и вы увидите, что ваша дикатор мощи способен достичь новых высот. Используйте это, чтобы обрушить на врагов всю свою силу. Начинаю понимать. Приятно это слышать, малыш. Ступайте смелее. Вот это точно не проблема. Вы живы. Шкала могучих приемов достигает 2 уровня у нас. Ну, здесь нас ничего хорошего не ждет при разговоре. Так, в товарах у нее. Да, у нее много чего есть, но я в данный момент не знаю, что нам нужно. Поэтому даже заморачиваться не будем. Давайте уходить отсюда. Вроде бы тут поговорили. Все, пора нам сматываться с этой деревни. Я уже забыл, куда нам надо. На восток идти было. Леснодолье. И опять у нас встречает паучок, который хочет... Ну, кранты вам. Это Галя, ты правильно сказал. Ну что ж, добиваем. Калибрета, удар под дых. И паучок готов. Мы справились. Еще бы. 3 уровня. А здесь у нас будет пушка бомбить, которая нас не пропускает. Ага, еще один очередной паучок. Паучок-дурачок. Давайте, разящий кулак. Оу, вообще, сынок. И удар под дых. Отдохни маленько. Излишняя жестокость. Впечатление так себе. Да, я с тобой согласен. Нифиг ты и враг был. Осмотреть ворота. Ворота прочны и заперты на замок. За ними видны лесистые холмы. Использовать ключ от ворот банок. Ну что же, пойдемте в пещеру. Пещера банок. Лесная просека приводит вас прямиком к входу в пещеру. Необычное зеленое свечение заставляет камни блестеть. Естественно, войти в пещеру. Ух! Заряд всегда срабатывает в конце боя. Не забывайте его использовать. Пещера банок. Исследуемая зона. Пока довольно тихо. Нам здесь нужно найти ядро, по-моему. Вижу, внизу сундук лежит. Так, что тут такое у нас? Что тут происходит? Оу! Ёлки-палки! Я думал... Ладно. Кто это такой у нас? Слабый дух манны? Ну, раз ты слабый, значит, мы тебя сейчас и порвем здесь. Подготовка, укрепление. Ага, укрепился, значит. Так, давай-ка мы тебя закрытым ударом. И удар, наверное, под дых можно сделать. Будем наносить побольше урона ему. Не получится. Слушайте, 442 хп у него. Реки крови. 91 пронзающего урона и вызывает кровотечение. Посмотрим. Ух ты, довольно неплохо, я вам скажу. И 16 УЗ отнимает каждый ход. Так, натиск, обстрел. Давайте обстрелом. Здесь сейсмический удар делаем. Оу! Ничего, ничего. Пока стоит. Ну что, уже 140 хп у него осталось.
Ну, ребят, честно говоря, это Салабон. Разбираем мы его достаточно быстро. Все-таки я думал, что это босс. Это как обычный моб. Ну да, крепкий, конечно, ничего не скажешь. Так, Гали будет у меня делать, наверное, сейсмический удар. Хотя можно и осколки. Но давайте все-таки удар. Так, ну а ты, как обычно, делаешь удар под дых. Все, 84 хп осталось у него. Сейчас мы делаем, наверное, вытягивание жизни. Нет, не добьется Гаррисом. Ну, а калибреты, я думаю, вполне. Отлично. Так, мы подбили этого духа маны. И что нам за это полагается? Воплощение маны. Очень необычно. Кто-то на этом острове задумал недоброе. Обойдемся без кузнеца. Попробуем маны-ядро в нуль станцию сами поставить. Чем меньше мы зависим от местных, тем лучше. Интересная мысль. Соглашусь. Станция должна быть на юго-восточном углу города, около озера. Вперед! Найдите манно-ядро в пещере к востоку от города. Ладно, хорошо, мы это выполнили задание. Вставьте манно-ядро в нуль станцию рискового. Это как понимать? Куда нам нужно вставить это ядро? В какую еще нуль станцию? И как мне интересно спуститься пониже, чтобы открыть, например, тот сундук? Тут у нас еще есть, да? Смотрю, какие-то... На обложке этой книги видны следы зубов и когтей. Похоже, перед смертью автор использовал ее для самозащиты, поскольку отрывок заслуживает внимания. Дверь. Древняя, как железная застава, сломалась, наверное, несколько десятилетий назад. Что-то странное есть в этом месте, как будто иной мир проглядывает сквозь наш. Возможно, мне это просто кажется. Руны. Что-то в глубине. Нужно что-то, на что оно отреагирует. Оставшиеся страницы обгрызены или съедены мелкими животными. Это у нас дневник Янсена был. Ладно, заканчиваем читать. Давайте-ка вот сюда, наверное, пройдем с вами. Что это за постамент? В глубине таинственного обелиска тихо гудит магическая энергия. Чтобы воспользоваться им, вам потребуется предмет невероятной мощи. Ага, вот мы с вами и спустились. Кстати, сейчас я заберу сундук. Надеюсь, в нем что-нибудь хорошее будет. Угу, кулаки, камнеломы, хромированный корпус. Слушайте, довольно неплохо. А ну-ка посмотрим. Кулаки, камнеломы. Это у нас для кого? Ага, для Гали. Поставим. И хромированный корпус. Ну, это больно слабенько как-то. Наследие. Ладно. Все, здесь, я так понимаю, больше ничего нету. И можно смело отсюда выходить. Что-то вокруг да около все бегаем. Здесь у нас тоже тупик. Хотя вот это вот, смотрите, как будто заваленная дверь. Но пройти я туда, к сожалению, не могу. Хотя дальше видно, что как-то туда можно попасть. Хм. Очень интересно, кстати, да. В общем, в этой пещере мы с вами взяли ядро. Теперь нужно его воткнуть в какую-то там нуль-станцию. Знать бы, где она еще. Ага, смотрите-ка. Восклицательный знак, а значит, какое-то задание. Изучите странную машину. Из земли торчит круглая плоская машина, равномерно покрытая пылью и грязью. Вставить активное манное ядро, конечно же. Нуль-станция оживает. Ну неужели? Мы сделали это задание, ребята, и у нас появилось новое. Нам нужно попасть, по идее, в сухоземье. Это вот сюда. Так, это получается, нам надо телепортироваться. Вот только бы понять, как это нужно сделать. Ладно, давайте сюда пробежимся. В леснодолье. Слушайте, ну мы не пройдем туда. Пушка нам не даст. Значит, все-таки надо как-то через вот эту вот нуль-станцию. Давайте-ка попробуем. Вот сюда. Нет, так не получается.
Что-то где-то я не так делаю. Хотя, погодите. У нас вот здесь нуль станция в Сухозиме. Блин, вот как надо было сделать. Да. Мертвые волколаки, осторожнее. Обнаружено присутствие мистических энергий. Скорее всего, они и убили этих волколаков. Энергия сосредоточена вокруг вон той палатки. Может быть, кому-то нужна наша помощь? Вперед, скорее! Импровизированный лагерь. Ау, есть кто живой? У меня гости? Откуда вы взялись? Ох, ну да, где же мои манеры? Я Меркурия, чаровница. Приветствую, позвольте поинтересоваться, чем вы здесь заняты? Я собирал материалы на севере, на клыкастом пути. Он стал куда менее приветливым. Я собиралась воспользоваться западным мостом, но что-то его разрушило после того, как я оказался на другой стороне. А нуль станция, та уже которой год не работает. Мы смогли ее отремонтировать. Серьезно? Ага, вот это вы способные, ребята. Это вы убили волколаков здесь недалеко? Они проявляли нездоровый интерес, я, естественно, их заранее предупредила. Они же весьма опасны, как вам это удалось? У меня, как и у вас, есть свои секреты. Надо сказать, без вас я бы тут так и торчала. Позвольте мне научить вас простеньким чарам в благодарность за вашу доброту. Хм, я только за. Загляните ко мне, как будете в рисковом. Покажу вам пару новых фокусов. Ну что же, довольно хорошо. Плюс один чары и преображение мы получили. Так, давайте заберем. Наверное, здесь. Да какой, блин, сбросить камеру? Мне нужны вот, забрать всю добычу. И впереди уже далеко не зеленый слизнюк, а какой-то, скорее всего, огненный. Да, так и есть. А, нет, пещерный слизень. Ладно, давайте его маленько накажем. Какой уровень? Шестой. Ага, и уже практически как мы. Так что легко тут уже не будет. Хотя Гаррисон крошит всех налево и направо, ему без разницы, как в этом уровне. Победа наша. Всего лишь 15 опыта? Да, не густо. А это что такое у нас? Храм Сухоземья. Испить воды? Ну конечно, испьем. В бою ваше здоровье восстанавливается. Это тоже очень хороший плюс. И здесь у нас... Так, посмотрим сундучок. А волколак следопыт. Вот, ребята, новые монстры у нас пошли. Давайте проверим его на прочность. Ну что ж, удар, как говорится, под дых он держит. Метка уязвимость он повесил мне. А ну-ка, удар. Слушайте, ну чувствуется уже на самом деле, что враги крепкие пошли. Давайте еще раз удар под дых. Жалко, он не суммируется. Быстрый удар. Все, готов. 15 единиц заряда. Это я только разминаюсь, говорит Гаррисон. Так, 201 опыт мы получили. Сломанный клык волколака. И прочая шелуха. Так, а что у нас в сундуке-то? Кольцо Райнеллы и слабое зелье всеобщего исцеления. Кольцо. Хранит в себе мощную защитную магию. Слушайте, довольно неплохое колечко. Вы посмотрите, как оно повышает параметры. На 9, 9 и 8. Но сила атаки на минус 16, конечно, идет. Я думаю, ничего в этом страшного нету. Клыкастый путь. Вот как раз-то он нам и нужен. Слушайте, а точно он нам нужен? Все-таки это подземелье. Да, другого-то пути нету. Где мы сейчас в данный момент находимся, это непонятно даже. Ладно, давайте рискнем. Войдем. Ну, а проходить мы уже с вами, ребята, будем в следующей серии. А на этом всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока.